Рыбацкий биатлон мужской и женский, а также сегодня мы видим, как команды просто мигом. Вы посмотрите, они сломя ноги бегут просто. В этот момент вы видим на камере меня. Всем привет, друзья, я Артём Борисов. Соответственно, будет взвешиваться улов. Первые 50 команд, которые, ну, не первые, а 50 команд, набравшие большие показатели, соответственно, идут, выходят на биатлон, так называемый биатлон. То есть им надо будет уже проходить этапность. Поймали рыбу, переходит на следующий этап. И кто первый дойдет до финиша? А какая рыба? Навага 19 сантиметров промысловый размер. Все, что меньше, должно сразу же отпускаться это мгновенно в воду. Ни в коем случае стараться, ну, с минимальными повреждениями. Вот. А так, все, что больше, это рыбацкий улов. На победу! С хорошим. Мы отработали ночь, пришли с ночи, работаем, отработали, приехали вот на соревнования. Что поймал? Как ваша команда называется? Как вы подготовились к сахалинскому юбилейному игру? Как обычно. Я даже тренировался неделю назад. И очень здорово было. Наловил рыбы, нажарили. Ну, в общем, просто чудесно. И обратите внимание, солнце пробивается. Сегодня будет хорошая погода. Это будет здорово. Кто в вашей команде? Команде? Да вот молодежь, которая здесь стоит. Это друзья, и есть наша команда. Ну что, команда? Я скажу вот что. А вы знаете, почему традиция такая здесь? И почему 10 лет уже здесь люди собираются на фестиваль? Потому что Россия – это великая морская держава. А Сахалин – это единственный регион островной. И у нас самый большой океанский флот, у нас самое большое количество рыбоводных заводов и по переработке рыбы. Друзья, самые большие внимание! Мощности. Сахалин впереди всех. Все видно, большая. Большая, да, проходим. Ой. Всех же со стороны!
лодки, железнодорожники, брали свои команды. За, потому за что крабы. Они как талисманы. За крабов? За крабы. У нас зарегистрировалась на сайте Сахайс и по телефону 221 команда. На лед у нас прибыло 237 команд, это 948 участников. Мы победили рекорд, 10-й юбилейный, рекордный для нас. Вот у нас уже Love Story, Романи. Там есть пакет. I can never be alone.